Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Християні працягваюць святкаваць Вялікдзень. У православных розпочалася светлая сядміца, у каталікоў – октава. Надвор'ю у регіоні на гэтым тыдні погоршыцца. Начныя замаразкі пратрымаюцца да выхадных. Беларуская чыгунка прызначыла дадатковыя цягнікі са сталіцы да Гомеля. Старажытны абрад ваджэння Сулы сёння правялі ў вёсцы Маркавічы Гомельскага района. И больше подробязна об гэтым не только. Христиане протягивают святкавать Вялікдзень. У православных распачалася светлая сядміца, у каталіков – октава. У весь тыдзень у храмах будут исти особливо урочистые набоженствы. Не здесняются вянчанні и поминальные молитвы. Отменяются постные дни у сераду и у пятницу. Треба ходить у гости, частоваться, катать яйки и есть куличи. Великодные урочистости протягиваются 40 дён до свята у шесте. У весь гэты час сярод верников принято витать один одного словами «Христос у вас скрос» и отказывать «Сапраўды у вас крос». Надвор'ю у регіёне на гэтым тыдні пагоршыцца. Начныя замаразкі пратрымаюцца да выхадных. У будныя дні ападкаў не чакаецца, у суботу і ў нядзелю магчымы кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай на дарогах захаваецца галалёдзіца. Ночы будуць халоднымі, слупкі тэрмометраў апусцяцца да 7-8 градусаў марозу. У дзень паветра прагрэецца да 8, максімум 11 градусаў цяпла. У сераду ў дзень магчымы парывы ветру да 14 метраў за секунду. ДАІ рекамендуе вадзіцелям, якія ставили на автомобиле летние шины, устрематься от поездок при минусовой температуре по ветрам. Господарки Гомельской области распачали выборочную сяўбу кукурузы. Отповедные работы ведут сельскохозяйственные предприемства шести районов. По даденных на сегодня кукуруза посеяна на площади ледь более за 4000 гектаров, что складая каля 1% до плана. У сувязи с заморозками, якія синоптики прогнозуют на протягу ближайшего тыдня, массовая сяўба кукурузы распачнется после 23 красавіка. Да іншых тем. Трагедыя скончыўся пажару Добрушы напередадні выходных. У выніку узгарання у приватным двухкватэрным доме загинули пенсионерка и яе 9-гадовы праўнук. Як оказалось, на момент пожару у одной кватэры знаходзіліся 3 человеки – пожилая жанчына и двое яе праўнукаў – 11-гадовая дзяўчынка и 9-гадовы хлопчык. Як только стала разгораться полымя, дзяўчынка прачнулася, вышла с помешкання и накіравалася у суседнюю кватэру, каб пакликать на допомогу маці. Яе малодшы брат и прабабуля засталіся ў доме. У выніку выратаваць іх не ўдалося. Звяном газадымахоўнай службы хлопчыкі пажылая жанчына былі знойдзеныя ў ахопленай агнём кватэры без прыкмет жыцця. Обращаем внимание взрослых на неоставление детей одних без присмотра. Детская шалость с огнем является причиной пожаров, гибели и травматизма детей. Уделите 5 минут своего свободного времени ребенку, рассказав ему о трагических последствиях, которым может привести детская шалость с огнем, а также правильных действиях в случае возникновения пожара. У Рэчыцкім районе 17-гадовая дзяўчына атрымала сур'ёзныя траўмы, калі спрабавала зрабіць селфі ў закінутым прамысловым будынку. Няшчасны выпадак адбыўся 11 красавіка ў горадзе Васілевічы. Пацярпела навучэнка, якая праходзіць практыку на мясцовым прадпрыемстве. Дзяўчына паднялася на другі паверх закінутага крухмальнага завода, але не ўтрымалася ў акне і ўпала з 6-метровай вышыні. Выпадковыя сведкі пачулі крыкі і выклікалі брыгаду хуткай дапамогі. Пацярпелая знаходзіцца ў бальніцы з пераломам нагі і траўмай пазваночніка. Супрацоўнікі Рэчыцкага раённага аддзела ўнутраных спраў і раённай пракуратуры праводзяць праверку. На Радаўніцу наведванне могілак у зонах адчужэння і адсялення будзе дазволена без спецыяльных пропускаў. З 22 па 25 красавіка уезд будзе адкрыты з 8 раніцы да 17 гадзін. Грамадзянам неабходна мець сабой толькі пашпарт і дакументы на транспартны сродак пры яго наяўнасці, каб адзначыцца на адным з КПП па шляху руху. Варта памятаць, пры наведванні могілак у зонах адчужэння і адсялення трэба абавязкова выконаць правілы радыяцыйнай і пажарнай бяспекі. На запруджанай тэрыторыі забраняецца выпальваць смецце, карыстацца вадой з адкрытых крыніц, збіраць дзікарослыя і лекавыя расліны. Не рэкамендуецца браць з сабой непаўналетніх дзяцей. Пры выездзе з тэрыторыі Палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка будзе ажыццяўляцца радыяцыйны кантроль.
Беларуская чыгунка прызначыла дадатковыя цягнікі са сталіцы да Гомеля. Гэта звязана з сезонным павелічэннем пасажырапатоку. З сённяшняга дня цягнік міжрэгіянальных ліній бізнес-класа Мінск-Гомель, акрамя пятніцы і нядзелі, будзе курсіраваць таксама з панядзелка па чацвер. Час адпраўлення са сталіцы 14:56. Прыпынкі прадугледжаны на станцыях Асіповічы, Бабруйск і Жлобін. У Будакашалёва адкрыты яшчэ адзін памятны знак. Ён прысвечаны 55-годдзю аддзела ўнутраных спраў раённага выканаўчага камітэта. Першыя атрады міліцыі ў Будакашалёва былі створаны ў лютым 1921 года. Што тычыцца сучаснага раённага аддзела ўнутраных спраў, днём яго нараджэння лічыцца 17 красавіка 1962 года, калі пасля аб'яднання Уваравіцкага і Будакашалёўскага выканкамаў было створана адзінае падраздзяленне новага узбуйненага раёна. Адначасова з адкрыццём памятнай дошкі да юбілею аддзела міліцыі ў Будакашалёва прымеркавалі таксама лёгка атлетычны прабег, у якім разам з жыхарамі горада прынялі ўдзел супрацоўнікі міліцыі і члены іх сем'яў. Пры гэтым без узнагародні застаўся не адзін са 150 чалавек. Усе ўдзельнікі атрымалі спецыяльныя памятныя вымпелы, а пераможцы – дыпломы і падарункі. Сёння ў рэгіёне стартавала штогадовая акцыя «Гомельшчына за здаровы лад жыцця». Сёлета яна накіравана на прафілактыку хвароб сістэмы кровазвароту. Гэтыя захворванні лідзіруюць сярод прычын смяротнасці ў эканамічна развітых краінах. Сярод асноўных фактараў рызыкі некаторыя, напрыклад, спадчыннасці ўзрост, не паддаюцца змяненню. Аднак на большасць іншых можна паўплываць. Неабходная змена звычкі ладу жыцця. У першую чаргу небяспеку прадстаўляюць курэнне, ўжыванне алкаголю напояў, маларухомы лад жыцця, залішняя маса цела. В рамках акции у нас состоится с понедельника по пятницу консультирование узких специалистов, таких как врач-валеолог, врач-кардиолог, врач-реабилитолог и психолог. Также в местах массового скопления людей – это вокзалы, это аптеки, это промышленные предприятия крупные – будут организованы акции по профилактики болезней системы кровообращения, такие как это измерение артериального гипертензии, обучение навыкам измерения артериальной гипертензии, какие-то рекомендации по питанию, по двигательной активности. Навучэнка 51-й гомельскай гімназіі Юлія Курыленка атрымала бронзавы медаль на 6-й еўрапейскай матэматычнай алімпіядзе, якая прайшла ў Швейцары. З 2012 года такія спаборніцтвы праводзяцца спецыяльна для падтрымкі матэматычна адораных дзяўчынак. З пераможцай сустрэўся Алекс Сенцероў. Софья Ковалевская, Барсия Рут, Софи Жармен, Волька Ладоженская. Сегодня в списке сусветно знакомитых женщин-математиков больше 40 прозвищ. На вот первый программист планеты, так само женщина, графиня Лаулейс. Хоть и лечится, что до докладных наук больше здольные мужчины, представницы пригожей половы человечества свой след у математики так само покинули. Правда, при этом все-таки признаются. Доказать, что ты лепше, часом вельми непросто. На вот на те же международные школьные олимпиады девчин часто просто не берут. Миновито с этой нагоды, с 2012 года проводится Европейская математичная олимпиада для старшеклассниц. Все лето у ее приняли удел больше 60 человек из 16 краин Европы. Гомельчанка Юлия Куриленко отримала бронзовую узнагороду. Конкурс для того, чтобы девушки могли себя проявить, потому что, как правило, на международной олимпиаде по математике ездят одни парни. Там очень мало девушек по процентам. По-моему, говорили, что там около 16%. Для Юлии Куриленко это не первая перемога. По сутности, из-за прошения на международное споборництво и она отримала по выниках выступлению на республиканских олимпиадах. До речи, сама Юлия до математиков мужчин относится с симпатией. По-перше, любовь до предмету у значной ступени от классного керовника, наставника-методиста Александра Струка. По-другое, починаючи не с 5 класса, и она отспречивает статус лепшей у математики с одноклассником Егором Дубовиком. По сутности, их и рихтовали по подобных методиках. Опыт немножко есть у нас Егор Дубовик, он уже два раза ездил на международные олимпиады, привозил бронзу с 56-й в Таиланде, международные олимпиады в Гонконге, 57-я тоже бронзовая. Для Юлии Куриленко эта перемога уже другая в этом году. У лютом она привезла диплом третьей ступени с Балтийского конкурса доследчих работ. У 51-й гомельской гимназии этими перемогами гонорация. У Рещи это выник шматгодовой мэтанакированной работы. Только по выниках опошней республиканской олимпиады по учебных предметах 51-я гомельская гимназия отримала 11 дипломов. Больше, чем любая иншая средняя научальная установа в области.
области. Что отечество Юлии Куриленко, то на перде у ее ящедные споборництвы и поступление у Белорусский державный университет. Не глядя на то, что как переможца республиканской олимпиады поступать она может без экзаменов, девчина все-таки вырешила сдать ЦТ, как еще раз проверить свои веды. 22 красавика Юлия Куриленко примет удел в олимпиаде, которая пройдет в Белорусском державном университете. И это будут ее опошние споборницы у статусе школьницы. В осенью девчина поступит у ВНУ и будет учиться на программиста. Кто ведает, махчима еще раз несколько годов мы снова почуем об Юлии Куриленко, как об инноваторе у сферы высоких технологий. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель». Приводить у парадок прибережные зоны водоемов на передадне открытия сезона массового отпочинку будут подчас республиканской акции «Чистый водоем». Яна пройдет с 19 по 28 красавика. У акции примут удел работники межрайонных и областных инспекций аховы живельного и рослинного свету, супрацовники Минприроды, представники органов улады, студенты и школьники. У минулым годе подчас проведения такого мероприемства от смети было очищено больше як 2000 километров береговой линии водоема Украины. Парижский книжный салон открылся у Гомельским палаце Румянцевых Паскевича. Уникальная экспозиция знакомится с творами европейских письменников, выдаденными у Парижа у 19-м стагодзе. У книжных салонах Европы велись оживленные дискуссии, декламовались литературные творы, нарожались новые идеи. Сталыми наведывальниками салонных сходов у свой час были Виктор Гюго, Вольтер, Франсуа де Ларуш-Фуко. Салоны оказали велизарный уплыв на развитие французской литературы, творы якое складали значную частку книжной коллекции князю Паскевичау. Старажитный обрад ваджэння Сулы сёння провели у вёсцы Маркавичы Гомельского района. Традицию с тысячагадовой истории 11 годов тому адрадили наставники мясцовой школы. Подрабязности у наступным сюжете. Сула святкуется на другий день Великого дня. Удельники у национальных костюмах с танцами и под хуки обрадовых песен несколько километров пешу идут за одной вёски у другую. Старожитный обрад у этой мясцовости проводили перед надыходом лета. Селяне просили про добрый урожай, каб не бил гром и не было пожаров. Докладно, до 1967 года обрад бытовал, как живая традиция. Его проводили мясцовые жихары вёсок Гадичева и Марковичи. Потому что, ну, все мы славяне, кажут так, и у славян есть такая традиция ходить на свято один до одного у гости. Так и гэты обрад. Убачить его на свои очи и зафиксовать приехали историки из областного центра. По их словах, при адраджении традиции головное – это наявность пераемников. Коли сярод удельников не только старожилы, але и молодое поколение. У Марковичах это наученцы школы. У 90-х годах минулого стагодия тут почали цікавиться краязнаўствам. Дякуючи наставникам, обрад и отрымал другое житё. Дякую нашей школе, потому что она у нас с белорусским наклоном была, я сама училась в этой школе. И как только началось проводиться это свято села, я принимала удел, и вот до этого часу. Не вельми цікаво. Пунктом прибытия подорожника стал Марковицкий сельский дом культуры. Тут их сустрели великодными куличами и святочным концертом. Дарэчы, подобный обрад зафиксованы у разных районах Гомельщины. Один из его аналогов – ветковское пахование стралы. У некоторых слоуниках сула так и перекладается – страла. Однако, коли ветковская традиция уваходит у спис историко-культурной спадщины Беларуси, то марковицкая покуль не. И это, бадай, одно из головных жаданий у старожилов вёски, якое молодое поколение выросло у вас. Наша справа у тим, каб його узяли, по-перше, под ахову. А мы уже, удельники этого обраду, будем робить все то, каб он заховывался менавіта таким, яким мы его переняли от наших бабуль. Ганна Ковалева, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» з Гомельского района. Гомель открывая велосезон. У неделю 23 красавика у 11 годин от площади Ленина будет даден старт весновому велопробегу. И он пройдет по улице Советской, по объездной дорозе до Сонечной, после по Рэчицким проспекте, в улицах Барыкина, Фрунзе и Пролетарской. Финишуют велосипедисты на площади Ленина. У мероприемстве принять удел могут все жадающие во возрасте от 16 годов. Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры.